сначала посмотрю.
Я еще отпинаю где-то 100 рублей. Выдержит. 100 рублей, чтобы мяч отпинать. Это, я понял. Это дорогой, потому что кубок финал у нас тут был. Нормальный мяч. Сейчас пойду распоряжаться. Нет, уделка дальше намного. Мы сейчас на Финбане. Это Полюстровский рынок. За ним, как бы, это Кондратьевский, получается. А вот там и есть этот рынок. Маколаки, так называемый. Вот. Там испокон веков. Просто сейчас, видишь, перестроили немножко эту площадь рядом с этим рынком. И поэтому, что-то, видишь, выгнали на угол. Ну, ничего, справляются, бля. Я хуйня всякая. Мы там колчан, блядь, для стрел нашли. Ёпта, за 20 рублей купили. А я не знаю, что это. Я, ну, давай, не знаю, 20 рублей, бля. Давай, покажу, бля. Давай, пожалуйста, бля. Кожаный, блядь, викинговский какой-то колчан. Залка я его плоебала. Хуевши бы под казачки, под моим. Все невероятно смотрелось. Так, что там есть? Что есть? Нихуя? Нихуя, да? Сейчас. Так, тогда все инструменты. Теперь все. Я... Это меня не так сказать? Спасибо. Какая прелесть, блядь. Благодарю. Это... Я ничего не искала. Я приехала еще за металлоискателем. Вот. Ну, просто, поскольку по пути хотел зайти. Я хотел еще хамелеонов посмотреть. Ну, просто поглазеть. Там террариумы, этот, ну, это Полюстровский, он чем славится, там живность продают, ну, мотылей, блядь, там, личинок, блядь, гекконов, блядь, скорпионов, нахуй, чё хочешь, короче, чё нравится, что там может, попугаи, блядь, щенки, котята, блядь,
Я здесь по молодости, блядь, отсвечивала. Два мои любимые развлечения. Приехать и полдня котят разглядывать, ебать. Да. Благо там продавцы были, ну, такие, знаешь, типа, терпимые. Они к нам сносно относились. Ля-ля-ля-ля.